Так, доброе утро всем. То есть не дуб, день. День у нас начался как бы хорошо, прохладненько. Сегодня минус 6. Вот, я решил начать на кухне стенку делать из березы. Из березы красиво надо приготовить эту, как ее, с чего, как, почем, инструменты, все надо взять вот это. Березочку вот эту красиво взять, как бы посерединке красивенько распилить пополам распилить, получить как бы досочку такую. Кассирадоба. Кашуни титика. Во, и надо как бы приготовиться. Сейчас вон буду стараться подготовить стол для распилки. Материала, приготовление материала, принос, размер. Ну, надо стараться, чтобы были не кривые, а попрямее. Чем прямее, тем лучше. Так что будем стараться делать, чтобы было прямо, красиво. Вот, так что это мое начало. Я как бы начну все потихонечку. Надо собрать стол. Стол собираем. Собираем стол. Удлинитель есть. Все. Ну, прохладно немножко, ветер дует. Но ничего, что-нибудь придумаем. Потихонечку начнем делать. А там, походу, когда соберу весь стол, весь полностью приготовлюсь, начну пилить, там запись пойдет опять. Опять запишу, посмотрю, ну, покажу. Ну, сколько я умею, сколько я могу сейчас что-то объяснять, что-то делать. Я всегда постараюсь, покажу. Не знаю, если вам интересно, неинтересно. Ну, тут, как говорят, каждый смотрит сам по себе. Если ему интересно, смотрит, неинтересно, не смотрит. Так что, если что-то не так, что-то не так, это я считаю, я так буду делать. Ну вот, так что... Материал принес, приготовил, там по 1,58 м получается. Ну, надо выбирать как бы середину, золотую середину, опять же, из дерева. Не обязательно с начала или с конца. Берешь, смотришь середину, ну, ищешь 1,58 м, чтобы было ровно. 1,58 м, чтобы было ровно. И берешь его и отрезаешь. Ну, не 1,58 м, я буду 1,60 м. 2 сантиметра я буду оставлять по-любому на стыке, на... подогнать, если под, может, одна будет пониже, другая повыше. Ну, так стена так бы ровно сразу не отрежешь, лучше потом догонять, чем потом не как говорится, поменьше будет, тогда уже материал как бы испорченный. Вот, так что лучше длиннее сперва сделать, а там уже, если что, подкорректировать уже чисто на месте, чисто на том, как бы я буду делать уже в самом доме, уже внутри. Так что сейчас буду приготавливать материал. Буду собирать стол, ну, как я и говорил, для пилки. Ну и все, вон, Магдись, трючусь. Магди. Все. Ну, я показываю, что ты тоже работаешь, все. Ладненько, все. Давайте, до встречи. Когда уже соберу стол, начну делать, опять запишу, как я дальше делаю. Все, давайте, счастливенько. Бай-бай. Красиво. Приветствую еще разок. Как бы настроил станок. Станок настроил, все. Как бы все настроено. Все сделал. Так, уже одну уже попилил. Как бы, во. Получилось пополам попилил. Ну, первое, как всегда, первый блин комом получился. Солнышко спряталось, прохладненько стало, ветерок подувает. Но ничего, как говорится, в работе парочку спилил, парочку сделал. Так что вот, сейчас покажу, как что дальше будем делать. Так, видно там все видно, да. Ну вот, тут отрезал эту.
отрезал эту так. Теперь надо по метру 60 понапилить, как раз приготовить на распилку пополам. Вот, одна есть, так, надо найти, всегда смотреть ровненько, ровненькую сторону, чтобы метр 60 вышел ровненько. Ну, что получилось, две балочки. Или с середины взять, или сбоку. Но тут у нас получается не очень. Тут у нас сдвиг как бы получается. Кона. Хорошо. Посмотрим другую. Я тут парочку понасобирал. Ну, тут вообще плохо. Тут вообще плохо. Он очень такой колесом получается. Не получится это. Так, берем другую. Другую берем. Так что, ну, это более-менее. Сучки обрежем. Срежем сучки. Это более-менее. Сучки, ну, приготовим, чтобы не было сучков всяких. Надо их обровнять, чтобы они красиво были, чтобы ровненько, чтобы чистенько, чтобы без задоринки. Так, сейчас включим. Ну вот, что-то получается что-то вот так. Оно обрезается чистенько, красивенько, чтобы потом красивенько порезать пополам. Вот, и получается такие, как досочки. Досочки закругленные углами. Ну, потом
Потом буду показывать, как дальше делаю. Не знаю, я же говорю, первый раз это все показываю, первый раз делаю. Я всегда сам по себе. Ну, очки не одеваю, потому что... Ну, в данный момент, потому что как бы они мешают, потеют. Сейчас холодно, ветер дует, глаза потеют, и ты можешь не видеть. Тогда действительно ты можешь отрезать себе и руки, и пальцы, и все, что хочешь. А когда ты нормально, ну, глаза прикрываешь. Ну, я делаю все осторожно, стараюсь осторожно, чтобы не поранить себя. Так что вот так. Вроде как бы сперва напилим ровненькие палочки сделаем по 1,60 м. Ну, у меня там 1,58 м получается, значит 2 сантиметра оставляю на крайний случай. Вот, плюс-минус. Ну и все, чтобы выровнять полностью, чтобы было ровненько. Ну и потом будем там стену разбирать. Там стену надо разобрать, потому что там, ну, штукатурка старая. Там уже много-много лет еще старого образца. Так что она неровная. А там добивать что-то, продолены делать, ну, эти, как его. Ну, нету смысла, нету смысла. Так что стараюсь. Стараюсь сделать что-то получше. Ну, я же говорю, я всегда делаю так, как я делаю. Я делаю по-другому, не так, как все. Может, там есть профессионалы, у которых есть, как оно говорят, станки. Станки, все. На станки может и каждый, почти каждый дурак сделать. Потому что станок, он уже есть, он подправил, посмотрел, померил, поставил, сделал. Он почти сам и режет, сам и делает. А тут все на глаз. Все на глаз делаешь, подбираешь, подбиваешь, подсматриваешь, как что, где. Ну, другой инструмент берешь в руку. Ну, тяжело, тяжело по идее, но если голова на плечах есть, все есть, можно как бы и сделать своими руками. Плюс дешево, и не надо ничего, ну, кроме электричества. Электричество только платится, а остальное все, руки своя. Ну, думать, надо думать. Есть голова на плечах. Надо думать как-то что-то. Я говорю, я не хочу претендовать на профессиональность, там, как говорится, там, идеальность, там, еще что-нибудь. Я говорю, идеальной нету. Есть так, как есть. Все, буду подгонять, буду смотреть, буду что-то придумывать по ходу. Главное, чтобы был материал. Материал, место, куда это поставить, куда что сделать. И все. Так что все, я сейчас нарежу, как говорится, по 1,60 м. Вон, я уже три штучки как бы нарезал. Как бы вот я уже как бы порезал, нарезал, как бы сделал вот эти. Тут еще одна уже есть на подходе, еще одна. Там еще порежем, там у меня еще есть это, как его, ну, куча, еще куча. Мы как раз люди, добрые люди, дали материал. Так что будем делать, будем дальше что-то думать, что-то решать. Хорошо. Все, так что до встречи. До встречи еще разок. Все, будем, когда приготовлю, когда начну пилить пополам, еще раз включим, покажем, как что, где, как на глаз это все делается. Все, спасибо. До Так, свидания. здравствуйте еще разок. Так, я тот раз не показал полностью, как я делаю ровно. Как я делаю? Ну, как я стараюсь сделать ровно. Вот, есть пила. Есть пила. Есть, видите, пила. Есть пила. Вот. Перед этой пилой делаешь такую линию. Такую линию делаешь. Вот. От пилы по прямой. По прямой от пилы линию делаешь. Вот такую. Раз. Ну, можно с ручкой, можно с чем хочешь, но чтобы было видно, где есть прямая линия. Вот, и ставишь балку. Вот балку, ставишь балку, и, ну, вот что-то в этом роде делаешь. Ну, прямо стараешься резать прямо. Как бы я бы показал. Я тут только что отрезал. Ну, можно на маленькой показать. Можно показать на маленькой, как это режется.
как это делается. Сейчас попробую поставить камеру, чтобы она получилась, чтобы вам было лучше видно. Ну, что-то в этом роде. Во, есть, есть линии, если видите, вот здесь вот. Вот здесь линия у меня. Я начертил линию с карандашом. С карандашом начертил. Но можно маркером. Маркером может лучше, дольше держать будет. Вот. Ну, надо линейку брать. Но я не брал линейку. У меня линейки как бы нету. Ну, как нету? Длинная линейка, это надо. Я беру ровную балку какую-нибудь. Вон, ручку можно. Можно исправить. Вон, ручка пишет. Можно сделать чем-нибудь таким. Ну, доской. Доской. Главное, чтобы было ровно. Вот, ты берешь один конец и другой. И прибавляешь прямо к этому. Вот, прямо. Прямо. Чтобы прямо было. Прямо к пиле. Вот, и потом начерчиваешь. Надо, чтобы с обеих сторон было ровненько. Вот, все. Теперь... Чертишь ровный, как говорят, ровно делаешь, ну не обязательно там миллиметр в миллиметр, главное, чтобы более-менее ровно было, более-менее ровно было. Потом берешь балку, делаешь к этому прямому, ну вот что-то в этом роде. Ну и смотришь вниз смотришь тоже, посмотрел, подправил, подделал рукой немножко, примерно сделал, включил, вот взял, включил.
Ну вот, не получилось. Видите, получилось что-то в этом роде. И все. Как бы получилось не совсем ровно, но там можно поделать еще, берешь, если есть, конечно. Вот такой аппарат. И подровняешь. Сколько тебе надо, если тебе не сильно ровно получилось. Берешь, равняешь. И все. И получаешь ровненькую. И прибиваешь красиво к стене. Куриный перерыв, Магда говорит. Вон, собрались идти на озеро. Феникс попросил. Все, надо сходить на озеро. Так что вот, что-то в этом роде я делаю. Пробуйте. Получится. Ну, это дешево. Дешево и сердито. Сильно много ничего не надо. Электричество и... Так что вот, что-то в этом роде я делаю. Стараюсь. Ну и потом вы увидите, там я уже на кухне уже кое-что сделал. Кое-что есть уже приготовлено, уже сделано. Там уже попилил и эти, как его... Так что вот, так я дерево обрабатываю. Вот, и все. Так, мы сейчас идем на озеро, там уже на озере что-то снимем. Все, давайте, счастливо, бай-бай.